себя хорошо на катке. Не катайтесь на бешеной скорости. Я себя хорошо веду. Патрюша, иди. Иди. Иди, тебя выведут. Иди скорее. Иди, папа выведет тебя. Иди, мой золотой. Патрик. Скажи, сейчас только штанишки тут тяну. Чего ты боишься, Патрюша? Сейчас, Патрюша, пойдем. Куколка. Патрик, он так долго собирается, да? Накроешь. Приказно... Потом откроешь. Приказном тоне. Как в армии. Патрюш, пошли. И стоят еще вон как распустились. Сосед гуляет с собачкой все время вот там. Не убирает за собачкой, но все время гуляет. А мы там белье вешаем. Нет, не зимой, летом. Он и летом там пытался гулять. Вот так вот выйдут и туда, в этот угол идут. Убрать за своей собачкой, по-моему, совсем не трудно. Спортсмен. Так вот, в телефоне чего-то там смотрит. Собачка на Патрика, видно, смотрит. Вот вся прогулка. Он стоит в телефоне. Собачка сделала свои дела, и он пошел с ней. Все, погулял. Бегает, нюхает, нюхает. Конечно, соседская там девочка проходила. Вот он следы нюхает, Патрюша. А забраться не может. Сугроб большой. Видно, холодно. Смотрю, воротник застегнул. Вот. Холодно на улице, наверное, ветер. Каждую субботу и воскресенье, сколько мы с мужем живем, столько он ходит на каток. А раньше еще после катка и в баню шел. Теперь уже не ходит. Врач не разрешает. Но каток — святое дело. На каток врач тоже не очень разрешал, но это он себе оставил занятие. Ну а что мужчине делать? У женщины дела какие-то в доме, а у мужчины какие дела? Только в магазин сходить, все. След взял, след взял. Сейчас домой побежит. В подушке. Так он одетый в шубку, в теплую, меховую. А соседская собачка без одежки гуляла. Зайка маленький. Но у него подшерстка нет у этой породы, поэтому ему холодно.
так люблю цветы. Очень люблю. Скорее бы весна. И скорее бы можно было сажать цветы около дома. Нам с мужем это очень нравится. Занятие все-таки не скучно. Позвонила внучка, что поедут, когда по дороге домой, заедут в гости. Так что я жду, очень рада. Рада и счастлива. Она в Таллине живет. И что заедут по дороге в Таллин. У мамы на хуторе отдыхают, у своей. Так что я очень этому рада. Спасибо за то, что смотрите. Спасибо за то, что пишете комментарии. Счастья вам, любви, здоровья, чистого неба над головой. Спрашивают, какая у нас пенсия. У мужа зарплата была очень хорошая, у меня тоже неплохая. Поэтому пенсия у нас на двоих очень хорошая. И даже если мы одни бы жили, каждый сам по себе, то нашей пенсии бы хватало. Но сколько? Ну, не хочу я рассказывать. Зачем? Зачем рассказывать то, что я не хочу? Как-то не, мне кажется, это неудобно. Ну, покупаем мы продукты не потому, что что-то не можем купить, а именно такие продукты, которые по здоровью можно. И не все я вам показываю. Чуть-чуть, совсем немножко. Уж извините, не обижайтесь. Всем пока!